Расскажите, пожалуйста, вот вы здесь живете рядышком? Да. Когда вы увидели, что пришел? Ну, это примерно часов 8. Я уже увидел, когда огонь был на крыше. Вот. Ну, соответственно, тут как бы отстаивать дом свой начал. А уже пожарники тут подъехали, начали работать по пожару. Вы сразу видели пожар? Ну, я крышу, да, конечно, сразу увидел, что с крыши как бы горело. От чего началось, как бы не видел, но вот с крыши горело с той стороны, как бы вот сзади дома. Кто живет в доме, вы знаете? А женщина пожилая, пенсионерка, вот у нее еще сноха гостила. Вот они вдвоем были в доме. Но они спаслись, все нормально? Да, спаслись, они все нормально. Они сами выбежали? Их спасли, по-моему, сотрудники ГАИ. ГИБДД, по-нашему, да. А вот как бы они заметили, проезжали в патруле, проезжали, увидели дым, и вот как бы они тут уже среагировали очень это быстро. Вот это. Вот слышал тоже у сотрудников, что поясняют, проводка была старая между прибанником и домом. Где-то вот в этом месте у нее как бы возгорание от электропроводки. Вот, то есть вот такая причина.